Ребята, всем привет! Клуб интеллектуального туризма, выпуск «Жеваного кита». Сегодня мы будем делать бутерброд-минутку, вот прям в полевых условиях. Давайте смотреть. Нам для этого нужно банка шпрот, хлеб желательно черный и огурец. Ну и нож. И по большому счету все. Нарезаем огурец наискосок. Нарезали. Открываем хлеб. Возьмем пару кусков. Примерно порежем так, чтобы вошло по две шпротины сверху. Кладем по огурцу. Открываем шпроты. И выкладываем по две рыбки. Я не знаю, почему этот бутерброд-минутка называется, но делать-то его, правда, не очень долго. Но он при этом должен потом постоять минуток 10. Так что я бы назвал этот бутерброд 10-минутка. И еще в обычной рецептуре здесь есть масло. То есть хлеб надо намазать маслом, чего мы делать не будем, в походных условиях не до масла. Все готово. Выпуск «Жеваного кита», Анисимов Дмитрий, пикник у обочины, бутерброд-минутка. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подпишитесь на канал, наши группы в социальных сетях, мы есть почти везде. Пока!